Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать панду кавай. Но сначала подпишитесь на мой канал. Ну что, начнем? Сначала нарисуем две окружности. Одна, и тут вторая. И здесь мы вторую окружность нарисовали. Так. В верхней части проведем две горизонтальные линии. Вот так вот. Одна линия. И вот здесь вторая. Которые пересекаются вертикально. Намечаем двумя изогнутыми линиями лапы панды. Вот здесь вот. Одну линию делаем. И вот здесь вот еще одну. Это будут лапы панды. Этот вот круг я решила рисовать не полностью. То есть вот, линии уходят туда. Он у нас такой получается. Далее мы будем рисовать уши панды. Вот здесь вот одно ухо будет. И вот здесь другое. Так, теперь мы рисуем овалы. Очки. Это будут глаза панды. И по два маленьких кружочка там, где у панды будут глаза. Один и второй. Также второй глаз рисуем. И кружочки. Один и второй. Центральные вот эти круги, они будут закрашиваться. Теперь рисуем вот здесь вот. Здесь вот рот, волнообразной линии вот такой. И прорисовываем лапы, где мы нарисовали контуры. Вот так вокруг ведем. Здесь у нас такая лапа будет панды. И вот здесь мы рисуем вторую лапу. Такая у нас вторая лапа получилась. Теперь дорисовываем лапы.
Баны. Здесь прорисовываю. Не нужна линия, мы потом сотрем. Одну лапу, и вот здесь будет вторая. Так, здесь мы рисуем носик панди. Такой носик у нас получился. И в этой лапе панда держит бамбук. Прорисовываем его. Которые панды очень любят кушать. Здесь она его уже так вот поела чуть-чуть. Делаем, чтобы видно было. Такой вот бамбук у нас получился. Далее мы вот здесь вот начинаем уже прорисовывать детально. Они нужны. Вот. Так вот получается. И вот здесь вот у нас будет с вами вот отсюда вот. Так вот, здесь мы рисуем лапу панди. Мне чуть-чуть не хватило места, ну ладно. Так вот, и вот здесь вот будем рисовать вторую лапу панды. Так вот идет. Такие вот лапы у нас получаются. Мы панду уже обвели синим цветом. Вот таким вот. Теперь мы будем ее разукрашивать. Первое, что мы будем разукрашивать, это носик у панды. И теперь раскрашиваем глазки панды.
И второй теперь глаз раскрашиваю. Вот мы уже раскрасили панду. Теперь нам осталось разукрасить только вот эту вот веточку. Веточка у нас будет, как вы уже догадались, зеленого цвета. Разукрашиваем ее. Такая вот у нас зеленая веточка получилась, которую панда кушает. Теперь мы будем разукрашивать рот панде, вот этот. Рот у нас будет красного цвета. Вот такой у нас ротик получился. Такая у нас получилась панда. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подпишитесь и пишите комментарии.